Пилотон – это игра, которой можно доверять. Мы всегда выполняем свои обещания. В апреле, накануне Дня космонавтики, в 26-м тираже, фрагменты из которого вы только что видели, мы обещали пригласить в студию космонавтов, естественно, после того, как они вернутся на Землю, тех космонавтов, которые играли с нами на борту космической станции в прямом эфире в космосе. Ну вот Земля, вот студия, и вот космонавты. 51-й тираж телевизионной игры «Лотерея Русское Лото». Мы начали в прямом эфире. Мы продолжаем рубрику «Русское Лото Ретро». Мы запустили этот проект в 1994 году на телеканале «Россия». И буквально через год, может быть, чуть больше, «Русское Лото» оказалось уже в космосе. Причем в космосе в прямом и переносном смысле. На станцию «Мир», которая находилась на орбите, были направлены вот такие билеты 29-го тиража «Русского Лото». Все было приготовлено, был разработан специальный технический проект, и я должен был играть с космонавтами, которые находились на орбите, в «Русское Лото». Билеты у них были, я был в студии, наземные станции передавали сигнал от Москвы и до Дальнего Востока. Сигнал попадал на корабли военно-морского флота и уходил в космос. Все работало идеально. И все-таки в момент прямого эфира космонавты видели и слышали меня, а я их только видел на голубом экране. И тем не менее, номера они слышали, в билетах номера зачеркивали. Более того, два космонавта, Владимир Дежуров и Геннадий Стрекалов, даже выиграли по двум билетам. Почему же я их не слышал? Ну, как это обычно бывает. Тысячи километров связь работала, а последние 100 метров, отделяющие нашу студию от входа в Останкино, вот этот кабель был перерублен усердным гастарбайтером, который скребком разбивал лед. Он и перерубил кабель, и космонавты, значит, остались, собственно говоря, в космосе, а мы, к сожалению, не могли их слышать, а только их видели. Чем я могу подтвердить? Ну, естественно, вот этими билетами, которые побывали в космосе. Прошу крупно показать. Билеты погашены специальным гашением. Вот здесь, а в левом углу, станция «Мир». Пилотируемая станция «Мир». И через несколько месяцев космонавты Дежуров и Стрекалов пришли к нам в студию, получили выигрыш. Фрагмент из этой передачи вы только что видели. Ну, а то, что связь не работала, процитируем премьер-министра того времени Черномырдина, который так прямо всегда и говорил. Вот никогда такого не было, и вот опять. Смотрите нашу рубрику «Русское Лото Ретро».